Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Катрин. Сегодня игрушка под названием «Выход номер 8. Японская хара. Рюшечка в стиле 5. Только все действия происходят в метро». В данной игрушке нам необходимо найти аномалии, следить за вот этим вот чуваком, за интерьером, обращать внимание на плакаты, на двери, на вот эти вот вентиляции, на все обращать внимание. Если ничего не изменилось, мы должны пройти вперед и таким образом добраться до выхода номер 8. Если же есть какая-то аномалия, мы должны развернуться и пойти обратно. Только вот непонятно изначально, какая должна быть картинка. То есть вот это вот стандарт, правильно, по которому мы должны ориентироваться. With a smile, open, 0808. Человечек японский, не open, dog salon. Так, куча людей. Глаза, цветы. Какая-то дискотека, блин. Security камера из operation. Две камеры. Что, по-моему, тут была? Вон, третья камера. Ну, вроде бы как, никаких аномалий нет. Я могу здесь бегать. Побежали вперед. Нулевой. Опять мужик. И опять exit 8. Ну, с ним вроде бы все нормально. Подсказку не хочешь дать? Алло. Какой важный. В туфлях с пакетом. Ладно. Ну, вроде бы ничего необычного. Никакой аномалии я не вижу. Ага, все равно ноль. Ладно. Ну, смокинг. Было или нет? Давайте вернемся назад. Пробежали. Ничего не поняла. Что написано? А, может быть, смотрите, по этой комнате ориентироваться. Тут никакой вывески нет. Но у смокинг написано камера. Ага. Нет. Это самая первая, в которой мы были. Вот, ноль. Хорошо. Что теперь? Снова идет мужик. Пройдем вперед. Бляха, это игра на внимательность. А с внимательностью у меня все совсем плохо. Ну, три двери, две вентиляции. Тут вроде бы все так же, как и было. Тут плиточка, видите, с одной стороны вся темная. Там темная, посерединке белая. Может это считаться за аномалию? Мужика, ну, дай подсказку. О, хорош! Неужели нужно было обращать внимание на грязную плитку? Опять мужик идет. Нет, плиточка тоже, он в одном месте чистая, в одном нет. А как понимать вообще, как дышать? Ну, смокинг. Желтая плиточка посередине. Он улыбается. Значит, надо... Это не нормально, это аномалия. Че лыбу давишь, а? Мне кажется, в какой-то момент он решит нас убить. О! Хорош! Че там? Рафланки смотришь? Ну, сука, маньяк какой-то. Выход номер 2. Плиточка такая же. No smoking. 0808. Все плакаты на месте. Все двери на месте.
Телефон. Кейсик. Ну, вроде бы все как надо. Лампочка вот туда горит. Хорош! Значит, все было нормально, никаких аномалий. Ой, смотрите, там кто-то. Там кто-то впереди. А можно как-то зумировать? А все, этот лыбу не давит. Я туда не пойду. Не-не-не-не-не. Хорош. Мы уже, получается, где-то на середине. Самое главное не сделать роковую ошибку. Обратно идем. Пятый уровень. Плиточка такая же. No smoking. 08-08. Улыбаешься или нет? Не вижу. Нет. Телефон в руках. Все как надо. Шнурки завязаны. Ширинка не расстегнута. Три двери. Две вентиляции. Камерки. Так. Ну, вроде бы все норм. Да, хорош. Блин, только 7 минут, а я уже почти дошла до конца? Серьезно? Это будет самое быстрое прохождение на канале. О, смотрите. Это же аномалия? Аномалия. Идем назад. Ты можешь остановиться или нет? Или ты только вперед? Какой мы близости? Не, ладно, мужик, мы пошли. Седьмой выход. No smoking. 0808 open. Так, девчуля нормальная, плиточка нормальная. Челик адекватный. Три двери, две вентиляции. Ну, вроде бы все хорошо. Нет! Нет! Пожалуйста, а что было не так? Сука, сглазила сама себя, накаркала! Я уже почти была у финала. Финиш, а что? Что было не так? Что было не так? Бля... Лыбу давишь? Нет. Двери, вентиляции. Ну, вроде бы все так же, разве нет? Что тут написано? Тоже no smoking, камера, стрелочка, единичка, хорош. Плитка на месте. Тут все точно так же. Девочка нормальная. Двери, вентиляции. Это тоже нормально. Рубашка у него должна быть расстегнута или нет? Подглядываем.
Ну, вроде нормально все. Так, два. Ну, смокинг. Плиточка желтенькая здесь. Двери, вентиляция, 0,8, 0,8. Тоже все нормально. Мальчик! Валим. Вот всегда бы были такие аномалии. Все, пока. Просто, наверное, мне нужно полностью проходить коридор, и тогда будет что-то появляться. А то я в самом начале смотрю. Так, тут все хорошо, никаких изменений нет. Вроде тоже все хорошо. Так, то же самое написано. Камерка. Только не ноль. Сука! Ну вы видели какую-нибудь аномалию или нет? No smoking. 0,8. Тут... Надо запоминать график или нет? Девчуля. Что-то с тобой было? Походу, да. А ну. Сейчас факт покажет. Нет, не показал. Все нормально. Две вентиляции, три двери. Собачки. Люди, глаза, танцы-манцы, все норм, ну норм же, нет, не норм, а куда смотреть? Эй, братишки ж. Подсказать не хочешь? Глаза открыты. Тут открыты. Тут тоже все нормально. Импа горит. Три двери, две вентиляции. Плитка на месте. У. Какая там была аномалия? Хз вообще. Ну, смокинг. А ну поулыбайся мне, поулыбайся, ну пожалуйста. Ну когда улыбается, так хорошо, сразу разворачиваешься и бежишь обратно. Собачки, люди, глаза. Плиточка. Им погорит. Чё? Чё случилось? Блин, какие-то звуки. Ноль, да? Нормально, пока дышим. Да ну, чел, улыбнись, пожалуйста. О! Вот аномалия. Под конец опять впихнут какую-то, блин, херушку маленькую, которую не заметишь. Ну, смокинг. 0,8, 0,8. Плитка на месте. Чел не улыбается. Телефон в руках. У него все хорошо. А у нас нет. У нас не все хорошо. Мы не понимаем. Глаза открыты. Вроде бы все нормально. Вы что-то заметили? Камеры на месте, вентиляции нормальные, никто не стучится, двери не открыты. Ладно, была не была. У.
Вот и что там было? Ну что там было? Кто там был? Тут же прям должны быть очевидны какие-то аномалии. Или нет? Шагает. Спокойно, хорошо все у него. Но не у нас. Звук какой-то вот постоянно. Он меня сбивает с толку. Вроде бы все хорошо. Но вдруг этот звук... Этот звук нам о чем-то говорит. Может быть, здесь еще и звуковые аномалии? Как думаете? Я вот не знаю. Услышали, был звук. Давайте вернемся обратно. Ага, серьезно? Еще и по звуку ориентироваться нужно. Получается, если мы слышим, как будто со светом какие-то проблемы, с лампой, значит, нужно возвращаться тоже. Улыбаешься? Хочет и молчит улыбнуться. Ну что же ты будешь делать? Три двери, две вентиляции. Все нормально, все хорошо. Опять был звук. Вот слышали? Назад? Поняла. Да ё-моё! Был же звук! Ну был! Вот опять этот звук. Вернемся? Надо проверить теорию. Или это так не работает? И звук, похоже, как будто на клавиатуру нажимают. А есть, когда... Да, бегу? А, нет, смотрите, опять был этот звук. Ой, я уже запуталась. Я уже схожу с ума, честное слово. No smoking. 8.08. Девчуля стоит, улыбается, с ней все хорошо, в порядке. Так, три двери, две вентиляции. Люди, глаза, тусовка, глаза. Импа. Ну, вроде норм. Нет, не норм. Сейчас опять был звук какой-то. Но аномалий никаких я не видела. Не могу, не могу, не могу. Ну, смокинг. Плиточка на месте. Ну все же нормально, все нормально. И, наверное, сейчас будет ноль, да? Пока везет. No smoking. Он на меня смотрит. Отвали, мужик.
Не-не-не, хорош. Давайте еще что-нибудь с мужиком, пожалуйста. Мужик тащит. Опять его не слышно. Нет, он нормально идет. Уже не пялится. Телефон в руках. Рубашечка расстегнута. Ладно. Двери. Плитка на базе. Тут все хорошо. Камера из Operation. Ну, вроде нормально. Пожалуйста, пожалуйста, давай. Так, серединка есть. Плитка на базе. Тут все правильно. Так, вентиляции чистые. Собачки, люди, глаза. Блин, может, еще надо обращать внимание на ручки дверей? Пока дышим. Мне каждый раз страшно. Ну, смокинг. Плиточка на месте. Тут вроде все на месте. Вентиляции чистые. Телефон этот. Все нормально. Не поворачиваешься ты на меня, нет? Камера. Камера было 3 штуки. Камера на месте. О! Походу, в прошлый раз я ручки не замечала. 6. Капец, реально? Ну, смокинг. Ну, с ручками еще ладно. Было бы печально, если бы в каких-нибудь иероглифах делали аномалию. Он смотрит? Нет. Вентиляции чистые, двери, двери, все ручки с левой стороны, пимпа горит. Три камеры, три, да, все нормально. Тут все точно такое же. Плитка на месте. Так, очень внимательно, очень внимательно. No smoking. Плиточка на месте. Тут тоже все на месте. Ну, сделай что-нибудь. Камеры 3. Вентиляции нормальные. Так, тут все то же самое. Опен, собачки, людишкиши, глазишкиши, еще одни глазишкиши. Ручки все слева. Пимпа горит. Пожалуйста. Так. Вот и 8-й выход. Ну? Его тоже надо пройти? Ладно, не расслабляемся. No smoking. Плиточка. Ну, подмигни. Бля, мужик. Не на нашей ты стороне. Так, смотрим на ручки. Ручки есть, все, этот...
Тут все есть. Плиточка, камера, раз. Два, три. Все нормально. Я прошла? Серьезно? Вы прикалываетесь? Что было там не так? Что там было не так? О. Ну, вот это прям в глаза бросается. Это аномалия явная. Давайте нам мужика, пожалуйста. Каждый уровень мужика. Пусть улыбнется, подмигнет, побежит. Ну, хоть что-нибудь сделал. Пернет, блин. Чтоб мы слышали только. С ним все нормально. С этим тоже все нормально. Это считается аномалией. О, муж. О! Фу. Нормально. No smoking. Две вентиляции. Так, три двери. Ну вот ничего. Ничего такого, что могло бы привлечь мое внимание, я не вижу. Правильно. Третий эксит. Нулевой нам не надо. No smoking. Я просто не поняла, я восьмая прошла или нет. Пробуем еще раз. Может быть, прям за мужиком надо следить. Камера, камера. Так, вентиляции, все. Все нормально. Никаких проблем не вижу. Все то же самое. Посмотри на меня. Давайте еще какую-нибудь такую аномалию стрёмную, чтобы я сразу поняла. Тут все хорошо. Тут все хорошо. Гнорчик ты. Самый настоящий. Вентиляции. Люди, блин, танцуют, что делают. Глаза. Камеры, может быть, тут бывают в каких-то разных местах. Сейчас вроде все хорошо. Бля, что там было не так? Вот что? Ой, все, я не выдерживаю. Сейчас, если не получится пройти дальше, будем заканчивать. Тут нормально, двери нормально, вентиляция нормально.
камеры хорошо. Глаза. Это не пялится. Ну, смокинг. Плиточка, двери, вентиляция. Люди танцуют, глаза. Игнорщик. Двери на месте. Камеры на месте. Вот в какой-то момент появляется какая-то... А, хорошо, здесь все понятно. Какая-то минимальная аномалия, которую не видно, и все. Так. Тут все такое же. Тут все такое же. Может, зуб этот меняется, не знаю. Плитка такая же. Телефон в руках, все нормально. Не оборачивается, не пердит. Не говорит ничего. Камера раз, камера два. Три. Ладно, к черту. Я не знаю, если вам понравилось, можете написать. Я попробую еще пройти, записать вторую серию, но это просто невозможно. В каких-то моментах, ну, вообще не очевидно. На что смотреть? На грязную плиточку, на звуки ориентироваться. Еще тут ящики вот эти вот непонятные, что это. Ну, смокинг всегда одинаково. Тьфу ты, блин, одинаково. Камеры на месте. Вот если будет мужик чаще улыбаться, и какие-нибудь там, не знаю, вода опять у нас потечет, кто-нибудь накинется, двери откроются, тогда как бы этот... Все ясно-понятно. Неужели тут прям на картинках надо еще внимание обращать прям сильно? На даты, не знаю, на цвет глаз. Ну это вообще капец. Максимально должно быть внимание сосредоточено просто на всех деталях. Но это, мне кажется, невозможно. Аж голос сел немного. Надеюсь, ребятки, вам понравилось. И плейлист находится в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. Всем до встречи в следующем видео.